Прокуратурой области уделяется особое внимание защите трудовых прав граждан. Об этом было заявлено на брифинге. В этом году прокуроры защитили конституционные права более 7 тысяч работников, которым не выплачивалась заработная плата. В надзорном органе напомнили, что директор ТО СПП металлоизделия Павлов был осужден по фактам неоднократной задержки выплаты зарплаты своим работникам. Ему на два года запретили занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях прокуратуры выявлена задолженность по заработной плате в 13 организациях перед 1622 работниками, сумма которой составляет более 90-60 миллионов тенге, по которой в настоящее время принимаются меры прокурорского реагирования. Всего с начала текущего года по предписаниям прокуратуры выплачена заработная плата в размере 630 миллионов тенге.